Всех приветствую на своем канале. Вот тут у меня такая баррикада. Это у нас будет обзор моего ухода на август. И сегодня у нас 31 июля. Уже внезапно. Я так долго собиралась. В общем, у меня этот Avon Care Tonus с ароматом банана. Лосьон для тела, для всех типов кожи. 400 мл переходит на август. Я им пользовалась в июле. Внезапно он пыльный. Да, это показывает, как я им пользовалась. Но я уезжала в деревню на несколько дней. Поэтому я им не пользовалась. Ну, в общем, я очень надеюсь, что до конца года он у меня закончится. Хотя, в принципе, он может жить еще пару лет. Но вот как-то он у меня застрял на одной ноте практически. Это подарок от подписчицы Лёли. Спасибо тебе. В общем, вот. Это новинка в моем ассортименте всего ухода. Я буквально на днях, ну, совсем недавно, в общем, купила. Вообще какая-то совершенно новая для меня марка. 95 рублей оно стоило. Тут 500 мл, 12 месяцев после вскрытия. Сделано внезапно в Италии. По-русски я тут вообще ничего не нашла. И сейчас, по-моему, оно не находится. Тут какие-то экстракты, я вижу, еще что-то. В общем, это у нас Генера, бальзама, Элимина, Ноди, Фиоре, Дел, Котоне, Песка. По-моему, тут персик, еще что-то такое, Долче, Натура, кондиционер для всех типов волос с цветком хлопка и персиком. Тутти и Типиди Капелли. Очень густая консистенция. Такая вот колбаска выдавливается нежно-розового персикового. И в ней такие точечки. Вот, если бы это был скраб, то можно было понять, что эти точечки скрабируют. Но на самом деле эти точечки, видимо, какие-то масла такие. Они масляные шарики, они раскрываются как-то. Я сначала боялась, два раза им пользовалась, что... Ну, тут видно, как попользовалась, это еще в июле, получается, пользовалась, что вроде как не получится ничего с волосами, они будут или будут прилизаны, или еще какие-то. Но на самом деле, вот реально для всех типов волос, мои уже ставшие снова жирными, мои жирные волосы снова ставшие жирными, отсылка к предыдущему ролику про как реанимировать волосы после краски палет. Узнала в комментах много нового про эту краску еще. Короче, к тому ролику моему. Очень хороший бальзам внезапно покупала. Вообще в магазине нужные вещи. Там все есть практически. И вот есть вот такая вот штука. Если кто где увидит, то советую. Хороший бальзам, волосы расчесываются после него отлично. Высыхают они нормально, не надо там долго-долго ждать, пока когда же оно высохнет. Наносится тоже, в принципе, хорошо на волосы. Я, правда, не сразу приноровилась, я что-то так выдавила. Ой, блин, да он такой густущий, и выдавила еще, и я поняла, что надо выдавливать. Просто прилично, но немножко. Ну, как бы не очень много, вот надо было 1/3. Вот этого кусочка хватило бы на 3 применения, которое тут у меня израсходовалось, а у меня получилось, что на 2. В общем, он у меня, возможно, будет в пустых баночках августа, возможно, не будет. Не знаю, смотря как будет тратиться. Потому что после... Единственный плюс, наверное, один из немногих, из малюсеньких плюсов после моего осветления краской палет, это волосы можно было мыть раз в 3-4 дня, потом уже снова как жирные раз в день. Ну, крайне редко, когда раз в 2 дня. У меня переходит внезапно вот эта баночка, подарок от подписчицы Ани. Алоэ Вера, 99% алоэ в геле Фудоголик Сазона. Я думала, что она будет в пустых баночках, но внезапно она, видимо, будет в пустых баночках только еще в августе. У меня еще немножко отложено есть деревня, это уход в деревню я обозревала, кому интересно, гляньте. Возможно, постараюсь дать ссылку в ролике на этот ролик. С уходом. Тут совсем чуть-чуть осталось. Сначала подумала, что открыть, достать новую баночку корейского, какой у меня там, короче, алоэ вера гель, но подумала, вдруг у меня этого все-таки хватит. Я и
используюсь, практически он универсальный. Иногда как на волосы в виде маски, иногда вот укусил комар или пчела, помазала и все, практически не чешется. Но по большей части я его сейчас использую даже вот по утрам как вместо тоников. На ватный диск зачерпнули, лицо протерли, кожа скажет вам спасибо. Почему он у меня и на август идет. У меня крем для рук Green Mama для сухой кожи рук, календула и масло смородины переходит тут 100 мл на август. Я им что-то практически не пользовалась. Вот тут я вообще дня два как пыталась этот ролик записать, но вот получилось только в ночь на 31. И у меня этот крем для рук стоял на этом столе. И вот только сейчас я им мажу руки. Некоторые продукты я отсюда брала, пользовала и возвращала на место в ожидании, когда же я их обозрю. У меня это молочко, оно бесконечное. Мне тогда казалось, что тут осталось совсем чуть-чуть, но тут, в общем, осталось где-то 1/5, чуть больше, чем я думала. Green Mama, формула тайги, молочко для снятия макияжа, масло зародыши, пшеницы и ромашка, 300 мл. Воду я ему превозносить не буду, уже много раз превозносила. В общем, оно очень экономичное, вы задолбаетесь к тому моменту, когда оно закончится. Но очень хорошо и смывает макияж, и, в принципе, можно просто использовать, как протирать лицо им. Если любите молочки всякие. В общем, вот оно у меня переходит тоже на август. Этим кремом. Я все каждый день вечером пытаюсь попользоваться, но стабильно забываю. Green Mama. Ночной крем для лица. Чистая кожа. Пион и чага. Содержит чистое масло карите. Но оно все-таки немножко дорасходуется. Когда-нибудь оно закончится. В общем, оно тоже переходит на август. Я надеюсь, что им все-таки, может, даже сегодня попользуюсь. Это масло тоже бесконечное. Мирола, масло, какао, косметическая упругость и тонус наружное. 25 мл за 116 рублей в аптеке у нас покупала. Когда тут несколько дней было жарко очень, я его держала на балконе. Ну, не под прямыми солнечными лучами, но так, чтобы оно потаяло. Оно у меня практически все спустилось вниз, все, что было. Увлажняю в основном руки, но иногда вот на лицо наносила местами так. Но по большей части руки и на ногти. Сегодня у меня вот маникюр. Так, обычно в отсутствии лака я наносила на ногти. Хорошее масло. Если у вас, допустим, первые гусиные лапки появились или вообще какие-то морщинки у глаз особенно, похлопывающими движениями по капельке вот сюда. И перед сном, буквально там, допустим, за полчаса до сна наносите каждый день в течение недели, потом удивитесь результату. У меня переходит, оно немножко заюзалось, это пенка или гель, гидровежитал или очищающий гель интенсивного увлажнения, 125 мл, сделано во Франции, и фраше на 25% меньше пластика. Голубенький флакончик. Хорошо очищают кожу, но как бы стянутости нету, никакого дискомфорта нету. Но меня напрягает, что очень много выдавливается. Вот если вы пользовались когда-либо корейскими пенками для умывания, не очень экономичные, то уже вот это вам будет казаться, ну, как-то неэкономично расходоваться. Так-то оно бы, может, и быстрее закончилось, но я не всегда им пользовалась. Иногда я даже пользовалась им как жидкое мыло. Вот просто вот быстрее выдавить было его, чем, допустим, намылить руками кусок мыла. Но у меня на этот месяц будет уже кусковое мыло. А жидкое мыло будет внезапно в пустых баночках. В общем, так, в принципе, хорошая пенка для умывания. Единственное, что не экономичная в плане выдавливания, но при этом ее хватает надолго. Вот она уже, наверное, на третий месяц ухода переходит. И да, тут 6 месяцев после вскрытия. Хорошая. Мне вообще, в принципе, нравятся вот в таких тюбиках и фрашевские пенки. И зелененькую я пробовала. Еще вроде какую-то. Ну, это переходит сюда. Это у нас Green Mama 2 в 1. Крем-эксфолиант для лица. Маска, либо скрабик. Микронизированная кукурузная пудра с алантаином, окопником и расторопшей. 0% минерального масла, силиконов и красителей. Крем-эксфолиант. Честно скажу, я его в июле, по-моему, практически и не пользовала. Может быть, только один раз.
Ну, как-то не сложилось. Но думаю, может, в августе он у меня хорошо пойдет. Но он действительно экономичный. Его, в принципе, можно каждый день использовать как легкий гаммажик, а можно 2-3 раза в неделю, вот чисто как маску, на 5-10 минут нанести и оставить, а потом смыть. Хорошая вещь. Зубная паста у меня переходит на этот самый август. Прополис, корейская зубная паста с прополисом и маточным молочком. Несколько менее экономичная, чем вот предыдущие вариации. Правда, других фирм 2080 я тогда брала, Dental Clinic, кажется. Это другая фирма. Не знаю, как она называется. Коробочка у меня, может быть, уже не жива. Тут побольше немножко, 180, по-моему, грамм. В тех было 120-125. Тут вот как бы наполняемости. Можно, конечно, по малюсенькой капельке с ноготь. И хорошо начистить зубы. Но первое время у меня как-то не получалось с ноготь. Я не понимала, как вот вообще смысла в ней, чем она отличается по экономичности. У меня выдавливалось приличненько. И также чистилось. Что приличненько выдавится, что с ноготь одинаково. В принципе, ну, разница, конечно, что с ноготь более экономично. Но вот она мне как-то прилично так попользовалась. Ну, может быть, оно мне до конца сентября даже хватит, но вот сейчас оно пока на август идет. Так, в принципе, хорошая зубная паста, единственное, непривычная консистенция. Ну и да, она откручивается, флакончик, крышечка. А обычно вот те две у них просто снимались, а до щелчка надевались обратно. Так что в каком-то плане немножко непривычно. Но как вариант попробовать, в принципе, ничего. Вот у меня будет гель для душа 2. Один вот чуть позже покажу, а этот Avon Essences Spa, магия Индии, кардамон и сандаловое дерево, увлажняющий крем-гель для душа с экстрактом меда и соевым молоком. Это подарок от подписчицы Лёли, опять же, за что ей спасибо. Я тут, у меня парочка таких гелей больших осталось, по пол-литра каждый, и оба от Лёли, оба Avon Essences, тоже вот эти спа. С разницей, там, по-моему, тоже где-то было сандаловое дерево с чем-то, а тут сандаловое дерево и кардамон. Я открыла и тот, и другой, но вот по запаху этот мне сейчас вот на август, я поняла, что он как-то ближе. Но я думаю, что он еще и на сентябрь хватит, тут большой флакончик такой. Второй гель у меня, я думала, он закончится в июле, но все-таки немножко осталось. Это у нас и Фраше, когда-то я покупала что-то там, и, по-моему, я его выбирала в подарок. Это концентрированный гель для душа Тиара и Иланг Иланг. Рассчитан на 40 применений. Кто у нас его, кстати, делал? Внезапно его делала Франция. Тут 100 мл на 40 применений. Рассчитана. Задумка хорошая, но вот это второй вариант у меня такого гелика. Был другой аромат, но оба они как бы... Тут как бы такая резиновая штучка, которая в конце на крестик так прорезана. И если бы он был густой, то действительно одна бы капелька выпадала на губку, и было бы круто, все. Но он не густой, он не сказать, что супер жидкий, но вот такой, как жидкий мед, который только что скачали из медогонки, открыв носик, вылили в ведерко, да? Или там в чашечку, в баночку, или еще куда-то. Я думала, что он на жаре просто стал таким жидким, но он в любую температуру, и в холод, допустим, у нас было как-то на улице плюс 14 летом, и плюс 33, допустим, одинаковая консистенция, не меняется. Выливается, конечно, из-за того, что там такая вот дырочка, хоть и запланированная, и благие там намерения всякие, и консистенция его не одна капелька, а приличное количество. Для густого, допустим, концентрированного геля. Мылится он не особо хорошо. Надо вот 2-3 раза на губку вот этого количества налить. Губку еще прилично потом несколько раз мочить, чтобы далась пена. Но когда приличненько так выльешь, а не один раз залили, пытаетесь пенить, намочили губку, еще раз залили, еще так раз повторили. А когда вы сразу немножко побольше вылите на губку, то да, он дает хорошую пену, которую просто очень много, когда смываете с себя эту пену, задолбаетесь смывать. Плюс в холодной воде он странно себя ведет. Если я его сегодня немножко так вот разбавила, этот концентрат с водой, на губку вылила, уже тогда была нормальная пена и нормально холодной водой смылась. У нас сейчас как бы нет горячей воды до 2 августа включительно.
как обычно на 2 недели в России в какое-то время отключают воду, вот у нас на 2 недели внезапно с июля по август ее отключили, так вот, на рубеже этих месяцев. Но если пену для ванн с ним делать, такая хорошая пена получается. Вот совсем чуть-чуть. Вот, ну, у меня как-то получилось, что крышечка целая вылилась. Я как-то не ожидала. Я забыла, что дырочка только на крышечке. А на самом флакончике, когда откроете, большая такая широкая. Пузырь тут вылез. Дырочка. В общем, у меня вылилась целая крышечка. У меня была шикарная, хорошая пена, мягкая. Долго держалась, и она, в принципе, приятный еще аромат. Ну, вот самый этот, Тиара и Ланг-Ланг. Мне кажется, на лето Тиара и Ланг-Ланг самое то. Ну, а как гель для душа, не думаю, что его на 40 применений хватит, но вот внезапно он у меня не закончился, а другой гель и фраше, который вот в прошлом месяце было заявлено 2 будет в пустых баночках, он у меня переходит вместе с этим. Я думаю, сначала этот буду использовать, чтобы доделать до конца, а потом уже этим займусь. У меня переходит на август Green Nova, она же Green Mama. Green Nova — это линейка от Green Mama, витаминная косметика, маска, пленка для проблемной кожи, ромашка и подорожник с витаминами ПП, К и С, 75 мл. Это мне пришло в подарок за заказ от Green Mama, 6 месяцев после вскрытия, хорошая маска, пленка, я ей пару раз только пользовалась в июле, что-то у меня как-то с ней не сложилось, а хотя сегодня еще последний день июля, может быть, я еще успею ей запользоваться, возможно, даже завтра. Потому что завтра у вас оно уже наступило, у меня еще 30-е, хоть уже по календарю 31-е. Короче, я не понимаю маски-пленки, у меня за один раз они не получаются сняться. Но когда она снимается этими кусочками, кожа действительно чистая, ровная. И если, допустим, на ней какие-то жирные пятнышки были, там жировики или еще что-то такое, у меня жировиков как бы нет, но бывают такие ощущения жирной кожи. Или наоборот, какая-то сухая, супер стянутая, или какие-то вообще прыщики, то после этой маски кожа чувствует себя хорошо. Мыло у меня будет в этот раз Lienom. Крем-мыло, туалетная твердая марки, специальная с глиной. Это тоже подарок от подписчицы Лёли из какой-то ее посылки. Возможно, даже с прошлого года. Номинальная масса куска 140 грамм. Я сколько помню, у меня было подобное мыло, но с грязью целебной. И что-то не так с моей ванной, наверное, потому что практически очень редко, чтобы кусок мыла у меня не рассыхался или не расплывался в мыльничке, если в мыльничку вода попадает. В общем, предыдущий вариант у меня как-то он, по-моему, или рассохся, или наоборот расплылся. Надеюсь, с этим будет все нормально, и, возможно, его хватит даже на сентябрь. Так, вот тут у меня самопальный тоник для лица, отвар флоксов и растение бергамот 16.04.19 года. В 23.00 созданный. Во флакончике, который, кажется, я на Озон покупала. В общем, вот у меня в этот раз такой тоник. Ну, иногда я делаю просто какие-то отвары, допустим, для волос или еще что-то. Я отливаю чуть-чуть во флакончик и несколько дней пользуюсь, пока он не склеивает ласты. Вот такой вот тоник у меня в этот раз. Кто у меня смотрел предыдущий стрим, то не, вот не прошлый, а вот перед ним был еще до деревни, то я там показывала тоже самопальный тоник, это клубничная или земляничная вода. Никаких липкостей нету на коже или там еще чего-то, но хорошо так очищает. Так что, если что, кому-нибудь на заметку. И у меня шампунь в этот раз будет Green Mama, формула тайги, шампунь от перхоти. Перхоти у меня давно нету. Очень давно. И я его люблю чисто за то, что тут лесная вишня, репейник, ну, за вишенку. Мне нравится эта вишенка. И аромат у него очень хороший. Он для всех типов волос и хорошо для жирных моих. Он мне, короче, нравится. Я часто покупаю в Green Mama такой шампунь. Или, допустим, на Озон покупаю в Green Mama или в самой Green Mama. Это у нас с октября 2019 года он сделан. 2 года у него срок годности. Ну и лесная вишня, репейник. Он как бы считается в линейке лечебных шампуней в Green Mama. Очень экономичный, он густой, концентрированный.
Я раньше как-то этого не замечала, когда читала отзывы от подобных шампуней Green Mama, вот именно формулы тайги, что они концентрированные, густые, что их надолго хватает, не могла понять. Однажды как-то случайно эксперимента ради растворила чуть-чуть вот так и поняла, что он действительно концентрированный, его надолго хватает. Прошлого флакончика для жирных волос мне, по-моему, хватило с вычетом, когда я им не пользовалась, вот где-то в среднем на 3 с лишним месяца, ну где-то на 3-4 месяца его и хватает. Я думаю, у меня может быть, не, конечно, не до конца года, но на сентябрь и октябрь его, скорее всего, тоже хватит. В общем, вот. Вот в следующих, я думаю, уходах он тоже. Я отливаю немножко, разбавляю водой, и вот на несколько применений хватает. Буду открывать. Green Mama крем для ног 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Фуд крем, 0 парабенов, красители минерального масла. Green Mama. Это новинка у них. У них в таком же флакончике есть крем для рук, но когда я делала заказ, в наличии был только крем для ног. Объем 200 мл. Стоит он 400 рублей с чем-то, может 410, как-то так. Ну, там периодически бывают скидки, акции. Если есть клубная карта от 5 до 15%, можно получить скидку. Ну, в общем, довольно выгодная, я считаю, покупка. Ну и тут хороший состав. Я его еще не пользовала, не открывала. Ну и если кому интересно, могу сделать отдельный ролик, обзор на него. Или по собственному желанию, если вдруг сподвигнусь. Если кому интересно, просто оставьте коммент. Ну и я им буду пользоваться. Думаю, что может быть он будет даже еще в уходе сентября. Другой гринмамовский крем, он у меня уже будет в пустых баночках. Июля. Бальзам для губ. Да, вот он все еще в той паре. Внезапно не сломался, все еще так вот и выглядит. Я бы показала сейчас, как я им пользуюсь, чтобы люди поняли, как вот он так случился. Но у меня сейчас как бы на губах и Фраше, и еще Катрис, по-моему. В общем, лак для губ и Фраше, поверх еще блеск для губ Катрис. Или кто-то в этом роде, точно не помню. В общем, это у нас Ивраше красное яблоко, пом руж, ред эппл. Сроком оно у нас до августа 2021 года. Я надеюсь, оно до августа 2021 года закончится. Я им иногда пользуюсь дома, иногда вот чисто на выход. Так как сейчас у нас пандемия этой самой коровы вируса, как говорит наш дед из деревни, то в основном в маске там в магазин ходишь, да? В общественных каких-то местах, у кого какой, где масочный режим. Короче говоря, я по большей части пользовалась вот последние месяцы именно вот таким бальзамчиком. Иногда он у меня таскается в рюкзаке или в сумке, иногда стоит просто дома. Хороший бальзамчик. Мне вообще нравятся бальзамчики и Фраше, но и лимитки вот такие, они тоже у них хорошие. И я внезапно решила, не знаю, насколько это уход, конечно. Мне когда-то Женька дарила на Новый год, он еще вроде года полтора может жить. Это Avon Advanced Technic. Для тонких и нормальных волос густота и плотность. Сыворотка, заполнитель, гиалурон, пептид комплекс. Магия гиалурона. Думаю, иногда просто вместе с ним делать укладки при снятии, допустим, роликов или просто чисто под настроение его использовать. Сыворотка для тонких и нормальных волос. Я какое-то время им пользовалась, потом что-то как-то он у меня стоял в запасе. И тут я разгребала свои оставшиеся запасы. Ну, там совсем немножко запасов осталось, но что-то есть. И вот тут внезапно обнаружила 100 мл этого средства. Вот такой у меня обзор ухода на август. Всем спасибо за просмотр и пока!